процент. Дима, ты там правильно предлагал нам действовать. Я поэтому тебя и прошу продублировать твои слова же, твои же слова. Нужно написать то, что для точек, ну, в нашем случае А, Б, С, по правилу треугольника, получается вектор АБ плюс вектор БС будет равен вектору АС. Отлично, записываем. Значит, для точек А, запятая, Б, запятая, С. Обратите внимание, все не просто так. Смотрите, первая точка, вторая точка, третья точка. Все как положено. Значит, для точек А, Б и С по правилу треугольника, у нас с вами вектор АБ, сумма векторов АБ и БС равна вектору АС. Тогда что можно говорить, дети? Что можно говорить про вот этот наш модуль? Чему он равен? Чему равен модуль суммы векторов АБ и БС? Боюсь ошибиться, но получается модуль вектора С. Модулю вектора С. Ничего страшного, ошибаться это нормально. Все понимают сейчас, что происходит?